В этом году Искитимский район присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». В свое время ее начал президент страны. Вслед за ним благотворительную акцию подхватили регионы. Глава района Юрий Саблин решил, что ребята из наших сел и деревень тоже заслуживают новогоднего чуда. Глава района на «Елку желаний» пришел самым первым. Подаю пример. Пришел первый для того, чтобы исполнить три желания. Я считаю, что это такая общая национальная уже пошла традиция, и не надо от нее отступать. Виктория Стратович, 6 лет, мечтает побывать в гостях у Деда Мороза. Ну что ж, Виктория, я думаю, что встречу с Дедом Морозом мы организуем. Всего Юрий Владимирович снял с елки три желания. Предстоит еще подготовить набор для рисования и придумать подарок для подростка, увлеченного компьютерами. Лебедев Данил, Виктория Стратович, Гладков Роман. Желания принимаются. Я вас, дорогие ребята, поздравляю с наступающим Новым годом. Вслед за главой к елке пришло много взрослых, кто готов примерить на себя роль волшебника. Заместители главы района, специалисты администрации, депутаты, руководители предприятий, культработники. Всего на елке 188 шаров желаний. Получателями вот этого чуда, исполнения их желаний, стали дети из неблагополучных семей, дети с какими-то диагнозами, заболеваниями, это оставшиеся в трудной жизненной ситуации, дети, в семье которых мужчины отправились на СВО. И вот именно эти дети в этом году от 5 до 14 лет отправляли нам свои желания. Все желания разбили по трем цветам. Материальные подарки, поездки, встречи, а также подарок-сюрприз. То, что даритель придумает сам, исходя из возраста и увлечения ребенка. Примечательно, что взрослые исполнители желаний сами погрузились в атмосферу праздника и волшебства. Наверное, у меня счастливая рука, потому что она тянется только к своим детям. И поэтому мой выбор – это мой мальчик, которому 9 лет, который учится в нашей школе. Буду исполнять его желания. Очень рада этому. Немного, как бы сказать, ностальгия, погружение в детство. Как будто сам вот сегодня не в роли дарителя, а вроде вот желающего мне досталось осуществить желание девочки из Ущёма. Многие дарители не ограничились одним шариком. Брали по 2, 3 и более. Поездка в планетарий. Я уже определилась, все, созваниваюсь. И ради Бога. Так сказать, организуем, если поедут на собственном транспорте, значит, и на бензин дадим, на билет дадим и на чаек с кофе. Что касается второго, сюрприз, узнаю девочке 12 лет, чем увлекается у родителей, и после этого решим, что мы ей подарим. Конструктор, набор для красоты и для химических опытов. Детские желания нормальные. Выполним. Я считаю, что мечты должны сбываться, и пусть они сбываются. И чем больше детей будут счастливыми, значит, мы все с вами будем знать, что у нас есть счастливое будущее. Исполнять мечты ребят взрослые будут в течение всей зимы. Центр развития культуры готов помочь дарителям, чтобы вместе с ними к ребенку выехал Дед Мороз или сказочный персонаж. Новогодние чудеса должны обязательно прийти в дом к детворе.